В городских округах, расположенных на территории обслуживания госавтоинспекции МО МВД России Щелковская, прошло целенаправленное мероприятие по профилактике нарушений среди водителей мототранспорта. Мотосезон – время, когда всем нам нужно быть особенно внимательными на дорогах. За последние 4 месяца аварийность резко увеличилась. На территории обслуживания произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, совершенных мотоциклистами. Один человек погиб, 8 получили ранения. Автоинспекторы МО МВД России Щелковска совместно с отдельным специальным батальоном ДПС ГИБДД и 5-м ОБ ДПС ГИБДД Южный провели профилактическое мероприятие «Мотоциклист». В ходе профилактического рейда щелковские госавтоинспекторы проверили порядка 150 мотоциклистов. Среди них выявлено 19 нарушителей. С каждым стражи правопорядка провели беседы, вручили тематические памятки. Водителям напомнили, что важно перед поездкой проверять техническое состояние мотоцикла, надевать специальную защитную экипировку, при движении выбирать только установленную скорость, учитывая при этом интенсивность движения. И нет разницы, автомобилисты или мотоциклист, пренебрегать правилами дорожного движения одинаково опасно для всех.